У нас хорошо получилось. Всем привет, всем хорошее настроение. Сегодня я хочу показать фотообои 3D. Вот эта стена, высота 2,60, ширина 2,75. Полотно клеит. Как клеит, покажу. Мастер-класс. Как клеим? Есть бумажка, инструкция, там написано, клей наносится на обои, клей наносится на стену. Вот тут рисовано, написано все. Обои разные бывают. Некоторые обои на стену, некоторые на обои наносится клей. Как клеим? Открываем обои, обратной стороны намажем клей. Клей готовый у нас. Намажем и вот этой пленкой, где клей, накроем и намотаем на этот трубу. Намотаем и клей наносим на стену, а потом уже клеим. Клеим как? Слева начинаем в сторону права. Не от верх вниз, по бокам клеим.
Вот, аккуратненько клеим поверх по уровню, слева запасом, потом обрежем, снизу тоже запас обрежем. Обой толстый, клеится нормально. Вот мы поклеили до конца, с одного раза получилось идеально, вообще четко. Розетка вырезаем потом. С этой стороны запас, запас вырезаем, снизу тоже вырезаем, наверх будет потолок. У нас хорошо получилось, мы запас оставили где-то 5 сантим снизу, чтобы вот этот птица там светы, вот сверху, светы, чтобы было видно. Потолок будет, он как раз будет там видно. Все.